Всем привет! Недавно закончились опены, и последним опубликованным заданием было 15.5. Но только что пришло задание 15.6 офис. Оно себя включает следующее. Девушки держат одну бумажную коробку весом 12,5 кг над головой на вытянутых руках. Мужчины две коробки 12,5 кг. Общий вес получается 25 кг на максимальное время. И оказывается, я сижу на сегодняшнем нашем снаряде. Совпадение? Не думаю. Вставай! Тихо. Опа! Ой, да, рекорд не поставил. Давай. Поехали. Поехали! Минуты 4 секунды. Вообще нормально, слушай. Удобно взялась? О, все. Поехали. Время! Покажи. Покажи на этом. Почему затекла только спина? Реально. Итак, внимание, победителем нашего сегодняшнего офисного турнира становится Виктория Исакова. Поздравляем. Торжественный приз. Ура! Друзья, и наш офис бросает вызов другим офисам, и победителя, кто больше продержит коробку бумаги, ждет приз «Большая пицца». Обязательным условием вы должны снять 5 пачек бумаг, которые находятся в коробке, и выложить видео в комментарии к нашему выпуску. Всем удачи, ждем ваше видео.